Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Обслуживание и ремонт автомобилей в первой половине этого года, по данным крупных автосервисов, подорожали на 21%. Дефицита расходников и комплектующих для большинства марок и моделей не наблюдается, говорят сервисмены. Есть сложности только в премиум-сегменте. К концу 2023 года, прогнозируют эксперты, может произойти резкий рост стоимости запчастей для иномарок. Это будет зависеть от того, насколько упадет рубль и сколько фирм будут задействованы в логистических цепочках. Трасса 101. Средняя стоимость нового легкового автомобиля в нашей стране уверенно растет. Сейчас, по данным агентства «Автостат», она находится на уровне почти 2 миллионов 700 тысяч рублей. Показатель рассчитывается, исходя из средних, рекомендованных производителями цен и количества проданных моделей. Наиболее доступным авто без пробега остается «Лада Гранта». Ее стартовый заводской ценник – 692 300 рублей. Трасса 101. В России стартовали неофициальные продажи кроссовера Geely Galaxy L7, который в Китае начали выпускать совсем недавно. Новинка стоит в пределах от 3 до 3,5 миллионов рублей. Схожий по размерам со Skoda Kodiaq автомобиль оснащается гибридным мотором, разработанным совместно со специалистами Volvo. Суммарная мощность силового агрегата составляет почти 400 лошадей. На одной электротяге кроссовер способен преодолеть более сотни километров. Среди опций есть кресло с вентиляцией и подогревом, панорамный люк, камеры кругового обзора. Трасса 101. В начале 2024 года может начаться производство первого российского электрического мотоцикла. Называется он «Аурус Мерлон». По словам разработчиков, байк на 80% состоит из отечественных комплектующих. Это в том числе батарея, светотехника, элементы кузова, внешние панели. Технические характеристики полностью пока не раскрываются. Известно, что «Мерлон» можно будет эксплуатировать при температуре воздуха до минус 25 градусов. Его оснастят, в частности, антиблокировочной и антипробуксовочной системами. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».